Привет всем знакомым и незнакомым человекам. Меня зовут Вика, и сегодня я хотела бы продолжить, наконец-то, тему осознанного потребления, тему Zero Waste. И это видео, наверное, будет очень такое объемное, информативное, но главное, чтобы оно было все-таки полезным. Сегодня мы с вами поговорим о второй жизни для вещей, о теме переработки. И отдельное внимание я уделю, конечно же, тем проектам, акциям и движениям, которые проходят в моем городе, в Санкт-Петербурге. Но также и расскажу о кое-каких моментах и вещах, которые, в принципе, можно сделать и по всей России. Наверное, не одна я такая, кто мог когда-то купить неосознанно какую-то вещь, кто любит находить альтернативу тем вещам, которые начинают раздражать твой взгляд, если вы такой же эстет, как и я. И бывает такое, когда мы пытаемся вот сделать эту генеральную уборку, находится столько хлама, который вот просто вот не терпится куда-то сбагрить, куда-то выбросить из нашей жизни просто далеко и надолго. Даже если вы начинаете задумываться об экологии и хотите заменить вещи на более экологичные, избавляйтесь от старых каких-либо пластиковых вещей экологично. Собственно, для этого здесь я и сижу. И хочется с вами поделиться теми способами, вариантами и действиями, которые действительно могут помочь более осознанному избавлению того, что не нужно вам, но нужно кому-то другому. Сразу скажу, что эта информация актуальна для лета 2019 года, что касается, ну, Санкт-Петербурга, по крайней мере. И все ссылки на все материалы, на все проекты, на движения, на группы ВКонтакте, на официальные сайты я оставлю под видео. Поэтому, если вас не затруднит, открываем и смотрим. Итак, для начала обсудим ситуацию, которая, в принципе, подойдет для всей России и для большинства городов. Первое, самое распространенное, простое и полезное – это, конечно же, Recycle Map от Greenpeace. Это карта тех пунктов приема, где вы можете прийти и сдать свое вторсырье на переработку. Следующее – это всем известный сайт Авито. На Авито можно как подать заявление, так и поискать это объявление типа «отдам даром» или «приму в дар». Например, многие люди, даже по моим наблюдениям, собирают битую керамику, разные лампочки, и все это используют для своих handmade штук, где дают вторую жизнь вещам, еще зарабатывают на этом деньги и во многих случаях используют часть вырученных средств на благотворительность, что еще более здорово. То есть не только дается вторая жизнь вещи, но и идет во благо, на пользу другим людям. Все мы знаем, на Авито можно продать, купить, наверное, все, за исключением почек, потому что это, наверное, незаконно. Надо погуглить. Барахолки. Барахолки. Это может быть барахолка как где-нибудь в вашем городе, в вашем поселке, гаражная распродажа, или интернет онлайн барахолка. В ВКонтакте есть множество групп по типу «приму в дар» или «отдам даром». Вы можете устроить свою собственную барахолку, сделать объявление в соцсетях, где-нибудь в ВКонтакте или в Инстаграме, где вы наиболее активны, и указать там дату и время, когда начнется супер классное «отдам даром» или обмен вещей. Я так делаю каждый год перед Новым годом. Убираю квартиру, достаю все вещи, которые я не использовала, которые мне не нужны. Это могут быть книги, я помню, отдала свой скейтборд. Послушайте, если вы не вспоминали о вещи год, она вам не нужна. И вы можете не только отдать даром,
но и устроить банальный обмен с выгодой для самого себя. Как было в моем случае, когда я за какие-то ценные довольно-таки вещи просила в обмен стеклянные банки, которыми я пользуюсь до сих пор и храню в них какие-то сыпучие продукты или специи. Они маленькие, и когда я нахожу какую-то более классную, красивую, эстетичную альтернативу, я те банки сдаю в переработку или использую там в другом месте. На заметку. Очень здорово. И действительно советую вам это делать как в конце года, чтобы очиститься от старого, чтобы погрузиться во что-то новое. Ну или хотя бы в конце сезона. Почему нет? Еще одна классная вещь – это шеринг. Что такое шеринг? Это то, что у вас находится, возможно, в излишке, что вам не нужно, и чем вы можете поделиться с другими людьми. Очень много есть всяких штук, и я поподробнее об этом, обо всем расскажу, когда буду говорить непосредственно о шеринге, который есть у нас в Петербурге. Чик! Сама суть этого видео – то, что есть у нас в Петербурге для того, чтобы жить осознанно, с причинением минимального ущерба окружающей среде и для того, чтобы оставить наименьший экологический след после самих себя. Первая акция, всем известная акция раздельного сбора, которая проходит первую субботу каждого месяца. У них есть как отдельная группа целой акции, так и группы, разделенные по районам города. Вот. И в каждом районе города есть свои какие-то правила и нюансы. То есть для того, чтобы точно знать, где что принимается, нужно посмотреть списки того, что они принимают. К сожалению, во многих районах, и в итоге они хотят полностью отказаться от приема стеклотары и ПЭТ, в том числе не бутылочного, это упаковка из-под ягод, особенно, ну вы понимаете, сейчас лето, очень многие ягоды продаются именно вот в этой вот упаковке ПЭТ. И ее можно будет сдать в пункт приема под названием Утиль, они тоже много чего принимают, и в Экотакси. Нам повезло, у нас работает несколько служб эко-такси. Первая из них – это эко-такси СПБ. Они собирают очень много всего того, что не собирает акция раздельного сбора, то, что нельзя сдать где-нибудь в каких-то в пунктах приема на Recycle Map, если вы найдете. Суть эко-такси заключается в том, что они приезжают к вам в дом, на работу или туда, куда вы их вызовете, смотря какое у них там расписание по районам города, и вывозят мешки с вашим вторсырьем. Это, конечно же, платно. Второе эко-такси нашего города, оно называется «Забиратор». У «Забиратора» есть такая чудесная функция на возмездной основе, то есть они могут предложить скидку в их магазине, который называется Экос. Ссылки на эко-такси, пункты приема я оставляю под видео, запомните. Также у Забиратора есть в планах создать свою эко-станцию, чему мы рады и ждем. Огромнейшей акцией, которая проходит реже, чем раздельный сбор, является проект «Сдавать и не сдаваться». Это проект с самым большим списком принимаемого. Целиком соответствует принципам Zero Waste и его установкам. И здесь вы можете как сдать на переработку, так отдать на благотворительность или отдать на повторное реюзывание. Да? Не так давно у нас в Петербурге открылась станция, которая принимает, наверное, практически все. Эта станция принимает такие вещи, как бритвенные станки, одноразовые станки, тоже мягкий ПЭТ, зубные щетки, по-моему, даже. В общем, очень много всего, все нужно смотреть в списках, то, что они принимают. Также они принимают вторсырье оптом, может быть, кому-то это будет полезная информация, на возмездной основе, то есть они выплачивают денежные средства
И вы можете туда сдать какие-нибудь стройматериалы, которые вам не нужны, например, сдачи или какие-то канистры большого объема, бочки и прочее. Тоже чудесная новость была этим летом. В Меги Парнас открылся пункт приема, который называется «Правило деления». Так что теперь вы сможете не только поехать в Мегу, чтобы пошопиться или поесть в столовской Икее, ладно, в ресторане Икеи, но также и захватить с собой что-нибудь, что вы сможете сдать на переработку. Всем известно, что опасные отходы нужно сдавать в специальные эко-боксы, которые указаны на сайте Recycle Map. Но также ездит по городу еще специальный экомобиль, с графиком остановок которого вы можете ознакомиться непосредственно на сайте этого представителя или в группе ВКонтакте. Одежду лично я всегда отношу в H&M или Monki, или скидываю в ящики «Спасибо», или в какие-либо другие контейнеры и ящики, которые даже стоят у меня на районе. Что касается обуви, то здесь я на 100% не уверена, но знаю, что вроде бы Vagabond принимает на переработку. В нашем городе есть такие чудесные проекты, как букшеринг, неваляшка-шеринг, аптека-шеринг, фуд-шеринг. И трам-пам-пам-пам-пам, сейчас все поподробнее расскажу. Неваляшка-шеринг – это то место, где вы можете отдать даром или обменять детские вещи, детские игрушки, вообще все то, чем ваш ребенок не пользуется и из чего ваше дитё выросло. То есть это могут быть также и какие-нибудь фломастеры, раскраски, качельки какие-нибудь детские. В общем, для тех, у кого есть дети, это будет очень актуально. Фудшеринг – это то место, где люди спасают еду от ее утилизации. Здесь объединяются очень многие, как обычные люди, у которых есть лишние там соленья, варенья. Также объединяются кофейни, какие-то пекарни, кафешки, чтобы отдать еду, которую они, например, не смогли продать за день. И эта группа будет также актуальна и для Москвы. Аптека-шеринг. Я думаю, у каждого из нас есть своя аптечка, и мы порой забываем смотреть срок годности у лекарств, наводить порядок в аптечке. И чтобы лекарства просто-напросто не утилизировать, а лекарства нужно тоже утилизировать правильно, если вы не знаете, есть такая прекрасная группа под названием «Аптека-шеринг», где вы можете предложить те медикаменты, которыми вы более не пользуетесь, которые вам больше не нужны, или, например, у которых срок годности подходит к тому моменту, чтобы умереть. Дом-цвет-шеринг – это обмен растениями, обмен мнениями, обмен эмоциями и прочим. Хозбыт-шеринг. Здесь можно найти очень много вещей для вашего дома. Кстати, что касается вот такого хозбыт-шеринга, я выставляла коробку с разными губками, помню, тряпками или чем-то таким, что мне более не нужно было, в подъезде моего дома. И все прекрасно разбирали. Я просто чувствовала себя феечкой, знаете, такой, ля-ля-ля. Стройшеринг – это все то, где вы можете найти материалы для строительства. Многие из нас, когда делают ремонт, могут закупиться впрок или, например, когда нужно покрасить какой-то маленький уголочек, остается банка неиспользованной краски. И все это идеально для того, чтобы поделиться с другими людьми, которые сейчас делают ремонт. Мебель-шеринг. Там можно отдать мебель даром или обменять ее на какую-то другую. Или, возможно, мебель с какими-то потертостями, которая более не нужна предыдущему хозяину. А для вас это вау, антиквариат.
Техношеринг – это то, где вы можете отдать в дар или обменять технику, электронику, ну, рабочую, конечно же. Очень интересная штука – крафт-шеринг. Это для таких творческих людей, как я. Здесь вы можете обменять какие-либо материалы для творчества или отдать в дар. Ну, пропал интерес к какому-то хобби, и осталось очень много всего, что как бы вам вообще не нужно. Например, меня поразил пост девушки с маленькими чашечками, которая их собиралась отдавать, а другая девушка как раз строила кукольный домик, и просто они нашли друг друга. Это шикарно. А также там можно найти обрезки ткани, обрезки тюли, например, и сшить классные эко-мешочки. Книговорот, обмен книгами, букшеринг, буккроссинг. Тут ничего нового. Ну и просто вдобавок хочется вам рассказать про движение, которое против одноразовых стаканчиков для кофе. Вот, и за то, чтобы люди использовали свои кружки и наливали напитки в свои термосы. Пока я сама не очень это все практикую, потому что пытаюсь найти баланс того, что действительно ли мне нужно покупать себе кружку, действительно ли я так часто пью кофе на вынос, а если и пью кофе, то не надеваю эту крышку сверху пластиковую. То есть тоже я не хочу совершать необдуманных, неосознанных поступков. Вот, и все-таки я думаю, что в скором времени я приобрету себе какую-нибудь кружку. Просто для меня это должно быть что-то очень эстетичное. Но я эстет, я иначе не могу. Ну и мы же с вами осознанные люди, поэтому всегда помните о том, что лучше вы сократите количество неперерабатываемого пластика или какой-то упаковки в вашей жизни, чем будете потом судорожно искать, куда же это все дело можно сдать, отдать, чтобы и быть честным и ответственным самим собой и перед самим собой, так и не навредить экологии планеты и оставить как можно меньший экологический след. Не забывайте исследовать информацию в самих группах и в самих сообществах, потому что там чаще всего рядышком указаны ссылки на какие-то похожие акции, похожие проекты, на какие-то эко-магазины, а в этих эко-магазинах могут быть ссылки на движения и акции, которые, может быть, пройдут еще в вашем городе, которые какие-то непостоянные, да, не на постоянной основе действуют. То есть тоже изучайте этот вопрос, не оставляйте это все без внимания и обязательно делитесь с людьми, которые с вами рядышком, вдохновляйте всех. И вместе мы сила, помним это и никогда не забываем. Спасибо вам большое за внимание, за просмотр. Я вам очень благодарна за каждого вообще человечка, за каждую подписку, каждый лайк и каждый комментарий. Это прям бальзам на душу. И каждый комментарий читаю, радуюсь и посылаю мысленно лучик добра и тепла. Даже если он какой-то очень странный и неосознанный комментарий. Вот. Я все равно рада, что на меня обратили внимание и в любом случае потратили время. Спасибо вам еще раз большое. И до новых встреч. Пока-пока. Феечка полетела.